У Нины Ковтун через 3 месяца юбилей, 80 лет. Своего возраста женщина не стесняется, ведет активный образ жизни. Время на праздничный концерт нашла с трудом. Говорит, подруги приглашали очень настойчиво. Выступление Нину Ивановну растрогало. Пели хорошие голоса молодые женщины. А ребятки, я прямо плакала. Вот до того красиво танцевали. Балет у них такой, прямо ножки, прямо, они, наверное, специально это. И очень, мне понравился концерт, очень понравился. Концерт в честь Дня пожилого человека – это уже добрая традиция нашего района. Одним из сюрпризов, которые организаторы шоу приготовили в этом году, стали необычные ведущие. Ваня, запрягай орлика. Нас и линчный на рынок свезешь. Сиди, не спеши, успеешь запрячь. Праздник отмечали даже в фойе кинотеатра перед концертом. Все желающие могли заняться художественной лепкой. Это полезно для людей в возрасте. Или, например, записаться на компьютерные курсы при районной библиотеке. Именно компьютер и интернет сегодня позволяют восстанавливать контакты, оборванные десятилетия назад. Некоторых нашла, даже с одного класса нашла людей. Живут в этом городке космонавтов. Вот так. Вместе с теплыми словами от своих друзей и знакомых заслуженные люди нашего района получили сегодня и официальные поздравления. Со сцены кинотеатра «Искра» к ним обратились священник Дмитрий Шпанько, настоятель Троицкого храма в поселке Измайлово и представители районных властей. Алексей Пименов, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».